Бисмиллахир Рахманир Рахим. В данное время я нахожусь в городе Киров на конференции, посвященной единству мусульман. Это актуальная тема, которая затрагивается в современном мире и необходима она, поэтому мусульмане, представители различных мазхабов, течений собрались в этом. На этой конференции обсуждают возможности, пути, методы единства среди мусульман. Иншаллах, надеемся, что именно эта конференция будет полезной и будет способствовать нашему единству. Вассалям.